В 2050 году пылал мир в огне. В 21 веке были выпущены программы по разработке сайборгов. Это люди и машины, смешанные с металлом. Уничтожался мир постепенно. В 2050 году пришел к власти Джон, который хотел спасти мир от сайборгов, от киборгов, машин-убийц. Он завладеет фабрикой Microsoft, которую он захочет уничтожить. Его шансы были 50/50. Спасет ли он мир или не спасет, это вы увидите дальше. В будущем мир разделился на две части. Сайборги и человечество. Была крупное массовое уничтожение людей. Он был послан из будущего. Бен, который захотел повернуть картину кверх ногами, он сделал из будущего шанс спасти то, что не мог никто до него. Этот мир был спасен, только за счет Бена. Это война. Война роботов и людей. Кожа, иди сюда. Эй, Мурат, где так долго поводал? Прости, чуть задержался. Чё, не видишь, я уже все уши отморозил. Ой, бля, я все и ноги отморозил. Ну ты даешь. Ну ничего, давай. Пойдем. Я пойду, кстати, покурю. Счастливо тебе подыметь. О, мне сейчас отстоять надо. О, палево. Они, наверное, опять бухают. Иди-ка, взглянь-ка, где они. Потом перезвони мне на трубу.
Женя, еще вопрос. А ты выстрел не слышал поблизости? А это, наверное, Гоша развлекается. Джон! Дебил. Пригнись! Сидеть!